30 до 40 минут будет занимать время, когда вам нужно будет расшивать швы. Если это более пасмурная погода, либо наоборот жарко, естественно, жаркое быстрее, более холодная, там влажность в воздухе присутствует, медленнее тогда происходит, да, расшивка. Да, кстати, сейчас стул не выдержишь. Захочу. Что-то мы не подумали об этом. Сейчас до потолка сделаю. И ничего оставим здесь все. Пока что шов расшивать рано. Нам... Вы можете пальчиком, только сразу пойдите помойте палец, потому что это щелочь. Рановато еще. Это щелочь лучше... Не боитесь? Понятно.